Работают хорошо, молодцы, вопросов нет. Но вот помещение тесное, неудобное, парковку рядом найти практически невозможно, а ремонт из 80-х годов прошлого века. Это такое усредненное консолидированное мнение тюменских владельцев оружия о работе лицензионно-разрешительного центра Росгвардии, что раньше находился в районе Студгородка. Собственно, вот эти планы, которые вы сейчас видите, они озвученное мнение в принципе наглядно иллюстрируют. Но теперь это в прошлом. В Тюменской области, кстати, более 47 тысяч человек легально владеют оружием. А некоторые держат в своем доме по нескольку экземпляров, потому что на 47 тысяч владельцев зарегистрировано 90 тысяч единиц оружия, в том числе огнестрельного. Ну а подавляющее большинство которого это охотничье ружье, как гладкоствольное, так и с нарезным стволом. И вот теперь всем владельцам оружия нужно знать новый адрес центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Тюменской области – Беловежская, дом 29. Это микрорайон Антипина. От центра, конечно, немножко далековато, но здесь рядом и автобусная остановка, и парковочных мест хватит для всех. Здесь созданы все необходимые условия для людей, которые будут приходить. Достаточное количество окон для обслуживания, управления электронной очередью. Ну и немаловажно, что для самих, для сотрудников, которые будут здесь работать, созданы все необходимые условия и для работы, и для быта. Я считаю, это очень важно. Поэтому всех с новосельем, всем удачи и успешной работы.